Самое штормовое место планеты – это пролив Дрейка, разделяющий Южную Америку и Антарктиду. По всей окружности Земли ветер и волны не встречают преград, и вся вот эта масса океана через пролив Дрейка протискивается, как через бутылочное горлышко. В этом месте блуждают айсберги, висят густые туманы, и возникают волны до 25 метров высотой. Моряки, прошедшие мыс Горн, имели право носить золотую серьгу в ухе и могли получать бесплатный ром во всех британских кабаках. Пройти мыс Горн – это не просто пересечь вот эту точку на карте. Прохождение мыса Горн начинается, пожалуй, миль за 1000 до самого мыса и заканчивается еще через добрых 1500 миль после. Нужно тщательно мониторить погоду, чтобы проскочить эти самые опасные воды планеты на хвосте проходящего циклона. А пройти мыс Горн и не попасть в бурю, пожалуй, не удавалось никому за всю историю мореплавания. Мы прошли мыс Горн еще летом, потом сделали остановку на огненной земле, оттуда сходили в экспедицию в Антарктиду, перезимовали в Патагонских фьордах, и в последний день зимы мы вышли в Южную Атлантику, и вот, строго говоря, на этом наше прохождение мыса Горн еще не закончилось. Через 300 миль после мыса Горн, около Фолклендских островов, нас догнал самый сильный шторм, который мы когда-либо видели в океане. Больше 60 узлов ветра – это 11 баллов по шкале Бофорта. Так, девочки, приготовились. Он, походу, вообще ушел. Будем сами задаваться. Настя, видишь, у него кормовой клюв? Надо на утку у него задать вот эту петлю. Марин, на середину приготовься. Хорошо. Задаем шпринт, потом, Настя, шпринт набросишь, сразу идешь на нос. Марин, ты шпринт зафиксируешь, идешь на собой задом. Нет, далеко, Андрю. Ола. О, может, детки? Кидай ему. Gracias. Пункта Аренас мы провели неделю. Этот город в Магеллановом проливе основали в 1848 году, когда в Европе одна за другой полыхали буржуазные революции. Здесь, на отшибе мира, революции никого не интересовали. Правда, Чили с Аргентиной никак не могли договориться, какая часть Магелланова пролива отойдет налево, а какая направо. В итоге почти весь пролив достался Чили. От Пункта Аренас мы не ожидали ничего выдающегося, просто хотели закупить продуктов. Но город нас приятно удивил. Улицы и площадь колониального центра напоминают Мадрид в миниатюре. Закуп продуктов тоже удался. Мы заметили, что каждый раз мы закупаем все больше еды перед выходом в море. Сразу заводимся. Марин, ты идешь на якорь? Вот это вот все немножечко мы закупили. Сегодня, точнее, они. Ну, всего лишь два тузика. Целый кокпит. Ну чего тут? Это совсем немного. Во всяком случае, так считает наш папа. Потому что он решил купить это все. Как будто мы собрались в океан на целый год, а не на месяц. Не на два месяца. Ну да. Вот это вот все, это еще не все. Окей, entiendo. Estoy esperando. Вот это сегодняшняя погода. Мы стоим на якоре в Магеллановом проливе около города Пунта-Аренас. Чуть ли не полный штиль по сравнению с тем, как дуло вчера и ночью. Ветер около 5 узлов. Но елки-палки, береговые службы смотрят на прогноз погоды, который у них должен в час поменяться или в 2 часа дня. И нас нифига не выпускают. Сидим, ждем. К
Короче, запарились уже ждать. Вот вообще запарились. Отправили Настю на камбуз готовить гренки. Вот она их готовит в поте лица. Телефоном мешает. А Латка вообще спит от огорчения. Вчера штормовали, сегодня штилюем, но из порта все равно не выпускают. Вот такой вот сводку с борта. Конец связи. Капитан просит, ну выпустите нас из порта. А порт говорит, закрыт, и мы не можем вас выпустить. Сидите, ждите, ЮПРСТ, а мы уже собрались якорь поднимать. Самую сложную часть Магелланова пролива мы проходили ночью. Там было две узкости, которые Магеллан проходил в обратном направлении. И, конечно, хотелось бы нам посмотреть, что находилось вокруг. Но, коль скоро погода была подходящая именно ночью, мы пошли ночью. В этих узкостях есть такая сложность, что если ветер будет не совпадать с течением, на этих местах встают 4-метровые волны, которые опасны для больших кораблей, не говоря уже о маленькой яхте. И очень важно время выхода через Магелланов пролив, потому что скорость течения достигает 12 узлов. И просто если вдруг течение пойдет в другую сторону, когда Тихий океан уже перелился в Атлантику, и Атлантика начала обратно переливаться в Тихий, а ты все еще идешь в сторону Атлантики, вот здесь ты можешь попасть в реальную переделку. И поэтому за этим очень важно было тщательно следить, мониторить, и в случае каких-то изменений параметров, заранее оговоренных с капитаном, нужно было сразу менять тактику, уходить на якорь в безопасное место и ждать следующего течения, которое пойдет в нужную тебе сторону. Вот, надо сейчас мониторить скорость вот на этом вот участке, вот здесь, пока мы идем, вот это самое, осталось сколько там, 8,8 миль, меньше часа, 50 минут, у нас под 10 узлов скорость, с учетом попутного течения. Вот, если скорость упадет меньше 7 узлов, то есть это наша скорость по воде, значит надо разворачиваться и уходить вот сюда, вот эту самую Баю Сантьяго, здесь отстаиваться, ждать течения встречного. Вот, если ничего не изменится, значит, соответственно, надо будет проходить дальше, и вот здесь уже будем вставать на якорь вот в этом месте. Слушайте, мы приближаемся к узости, вот это вот мы. Елки-палки, скорость до 14 узлов уже. И даже немножечко странно. Вот это Магелланов пролив. Андрюха пробудился от моих воплей. И вот мы идем. Одну здесь капитан проскочил без меня. Вторую пусть уже со мной. Короче, если течение станет встречным, мы это почувствуем по уменьшению скорости. Но пока скорость конкретно увеличивается. Короче, если не успеем с попутным течением войти в узость, начнется течение встречное, волны встанут там под 4 метра. Надо не дожидаться, ловиться обратно, просто ждать тогда следующего течения. Мотор-весель Атакама. Red to red. Export to the Danes. Over. Yes, yes, Duncan is laying out. Что он сказал? Раз что у вас впереди два корабля, давайте самое поосторожнее навигируйте. Где блины взял, признавайся? Блины это... подарок напоследок нам от Кока Волка Арктики, судно рыбацкого российского, которого мы тут встретили, в приписке Петропавловск-Камчатский, с командой из Владивостока, насколько я помню. Ой, Ой, не докинете же по воде! Ой! Опа! Опа, ой, куда ты? Спасибо! Спасибо, ребята! До свидания, счастливо! Давайте удачи вам в пути. Вот мы с ними задружились, и вот еще и блины доедаем теперь. Уже почти на выходе из Магелланова пролива, но блины само то. Капитан уже слопал свои блины, а мои вот они еще с джемчиком. С
Спасибо, Волк Арктики, вы прекрасны. Сейчас буду чай пить и выходить из Магелланова пролива. Жалко, у нас уже интернет не ловит, блин. Там еще столько осталось, гигабайт можно было просто отправлять и отправлять всего. Your present position, latitude and longitude. Ёпа, сюда давай быстро, iPad. 52.26 south, 68.22 west, over. Okay, your present course and speed? Course 100. Okay, thank you very much for your cooperation. Have a good navigation, standby channel 16, ladies. Okay, thank you, have a good day, 16. Пройди флотилия Магеллана здесь сейчас, а не 500 лет назад, большая часть матросов бы точно взбунтовались, увидев на входе в пролив огромных желто-черных монстров. Но мы, к счастью, знаем, что с этих монстров люди качают нефть. Это чудо природы, провожавшее нас мимо нефтяных вышек, называется дельфины Камерсона. Именно Флибер Камерсон впервые описал их в 1767 году. Проходя Магелланов пролив, мы не знали ни о каком Камерсоне, поэтому назвали этих дельфинов пандами. Бело-черные дельфины обитают только в районе самого юга Патагонии, Магеллановом проливе и вокруг мыса Горн. А еще небольшая их популяция живет на островах Кергилен в Южном Индийском океане. National Code Flags и Code Letters. Арабский алфавит. Если бы Магеллан увидел, с какими системами навигации мы ходим сейчас, он бы рыдал. Что? Можно уклониться от шторма, можно в океане предсказать погоду за 5 дней с точностью до узла и до часа? Не может быть! На самом деле, вот может, можно увидеть расположение островов, земель с точностью до нескольких метров, о чем, конечно, мореплаватели прошлого не могли и мечтать. Каждый день в океане мы получаем прогноз погоды по спутниковой почте. И видно траекторию движения шторма, то есть ты можешь попытаться от него уйти в какую-то сторону. Но если ты два месяца нон-стоп в океане, как бы обойти все шторма у тебя все равно не получится. Как бы ты ни пытался от них чуть-чуть отойти, ты все равно хоть какой-то частью попадешь в него. Потихоньку, потихоньку, пройди.
300 милях от мыса Горн на подходе к Фолклендским островам нас догнал самый сильный шторм, который мы когда-либо встречали в океане. Налетело свыше 60 узлов ветра. Это 11 баллов по шкале Бофорта. Южный ветер, обещанный в прогнозе, пришел сильнее узлов на 20. С таким штормом опасно приближаться к с юга, к скалистым Фолклендским островам. И мы решаем огибать их с запада. Стабильно дует 50 узлов, порывами до 56. Это 10 баллов по шкале Бофорта. Но, видимо, следует готовиться к усилению ветра, что подтверждает и свежий прогноз погоды. Всегда есть немножко тревожно всегда, но у нас никогда не было, чтобы ты прям паникуешь, сидишь внутри, тебя трясет. В шторм ты знаешь, что ты будешь делать, ты или уменьшаешь парусность и ложишься в дрейф, или идешь под маленьким кусочком паруса дальше. То есть все, когда организовано, тогда не страшно, и когда тебе понятно, что ты делаешь. Приход из открытого космоса. Скажите, встреча с космонавтами на орбите. Да короче, что там поется, гораздо сложнее не свихнуться со скуки и выдержать полный штиль. Ну да. Я насквозь мокрую, я прямо чувствую, как у меня по рукавам кофты под курткой, вроде бы непромокаемой, течет вода. Короче, ребят, нам нужны не промы.
Ой, и шапка мокрая. Я подарите, вся... пожалуйста, нам не промы. Да, точно. Особенно Насте. Она-то у нас изнеженная. У тебя прям под непромокаемой курткой по спине течет. Шапка мокрая. Видишь, пресная. Ой. Неизвестно, какая уже. Вообще пресная должна быть. Так, держи вот сюда. Настя, хочешь корицу подбодриться? Подожди, корицу подбодриться. Она согревается. Шапка мокрая. Кофта мокрая. Сейчас посмотрим тельняшку под кофтой. Она подсказывает. Даже высовываться не буду. Так все видно. Пока идем под кусочком стакселя, но скорее всего будем ложиться в дрейф под Бизанию. Так будет безопаснее. Когда мы уже отошли из опасных вод, то есть нас уже, мы знали, что нас не принесет к берегу, тогда мы легли в дрейф. А внутри, в яхте, когда в дрейфе, это, конечно, комфортнее, чем когда ты идешь со штормом вместе. Тебя, конечно, может качать с амплитудой там, 5 метров туда-сюда, но я говорю, то есть это комфортнее, чем когда ты идешь по шторму, и тебя качает вообще во все стороны, как будто кто-то бешеный яхту трясет. Многие думают, что мастерство капитанов «Шторм» — это покруче лихо встать к волне или как-то проскочить, ускориться, вот эти вот все какие-то эффектные красивые вещи в стиле Джека Воробья. На самом деле мастерство капитанов «Шторм» заключается в том, чтобы внутри в это время можно было комфортно существовать, насколько комфортно это может быть в бурю, чтобы по салону ничего не летало, чтобы пассажиры и члены команды были в целости и сохранности, чтобы можно было есть, спать, чтобы не
ничего не текло со всех сторон. И вот если капитан справляется с этой задачей, то внутри экипаж ведет вполне обычную жизнь, конечно же, умноженную на обстоятельства, когда ты вынужден все время хвататься за что-то, чтобы не улететь, есть еду из больших кастрюль, потому что из тарелки она выплескивается или вываливается, сидеть, распершись, как человек-паук, и либо читать книжку, пытаться уснуть после вахты. Все вот это вот с некоторыми сложностями, но оно происходит в довольно комфортной внутри обстановке. Можно даже иногда и смотреть кино, и даже если ты лежишь в дрейфе, если яхта лежит в дрейфе, ты можешь даже музицировать. Только грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящий. А там канистры попадали. Там сетка оторвалась. И сетка еще оторвалась, все хорошо. Зинка не порвет свою красоту. Картина Репина «Долбанный шторм» называется. Ой, так, вот это вот сейчас мы... Там мы в трюм полезли на 35 узлах ветра с порывами до 50 гуси. Вот это я убираю сейчас, это тут байду. Она как-то должна так стоять, наверное. Не знаю, полетит в следующий раз или нет. Тут вот стол, тут вот кровать. Ой, тут вот вскрывают трюм, Андрюха. Ветер стих до 35. Вон, 33, 4, 32, 6, 33. Короче, и что-то у нас на шторме с водой случилось. И с двигателем, и с отопителем. И солнечная панель оторвалась. И на кровати стало все литься. А в остальном прям зашибись. 50. 0-0 почти что уже проходим. Мы наконец-то идем в тепло, в те самые долгожданные ревущие сороковые. Для кого-то это ужасно вообще, там ревущие сороковые, как так, там ходить невозможно. А мы идем из 50-х, которые какие у нас там? Настя? Неистовые. Неистовые 50-е, вот мы из них уходим и наконец-то попадем в ревущие сороковые. Наконец будет облегчение, станет тепло. Моментально. Не столько много ветра, как было сейчас в 50-х.